Уважаемый президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, здравствуйте. Я русскоязычная киевлянка, которая в данный момент живет в Португалии. Вы знаете, я очень горжусь тем, что являюсь носителем гордого, великого, могучего языка. И, конечно же, мне очень хочется, чтобы все вокруг его понимали и говорили со мной на этом языке. Давайте посмотрим, как это получается. Здравствуйте. Вы не могли бы мне принести пиво? Пиво, кружечку, пожалуйста. Пиво? Пиво, пиво. Ты что, не понимаешь русский язык? Пиво мне принеси. Испанёл? Нет. Великий, могучий русский язык. Пиво принеси. Изаволт. Что он сказал? Вы не подскажете, который час? Время не подскажете? Время. Который час? Сколько времени? Время! Ну что ж, мы увидели. Нехорошо получается. Португалы не понимают. Что же делать? Я понимаю, что у меня два пути. Первый. Поехать в ту страну, где я могу свободно общаться на русском языке и жить там. Либо, если мне хочется жить в этой стране, если она мне нравится, я должна выучить ее язык, что я и сделала. Давайте посмотрим на результат. Бутарда, я укрею мою сервежу, с вашей воры. Поцер. Поцер сагрыш. Сагрыш? Окей, мы сходим. Обригада. Итак. Desculpa, diga uma coração, se faz favor. Sim, sim. Não sei dizer. Oh, muito obrigada. Muito obrigada. É só isso? Sim. Se precisares de alguma coisa, estamos aqui para não, ajudar. Não, era só isso. Obrigada. Pronto. Конечно же, вы, Владимир Владимирович, наверное, подумали, что я обращусь к вам с просьбой вести свои войска в Португалию, чтобы защитить меня и мой русский язык от злобных португалов, которые не хотят его понимать и отказывают мне в ответах на который час или там принести мне пиво в кафе. Но нет, Владимир Владимирович, вы же под шумок могли бы забрать Азорские острова. Кому это нужно? Тем более я, как нормальный человек, я понимаю, что это вранье. И вы знаете, таких нормальных людей, как я, большинство в мире. А кто вам верит, Владимир Владимирович? Серая масса. Вы ведете за собой серую массу. Владимир Владимирович, вранье, которое вы сооружаете вокруг Украины, похоже на огромную груду металлолома, которую вы потихоньку накладываете, чтобы заслонить от людей солнце, но она настолько неудачно создана, эта конструкция, что она начинает потихоньку оседать и хоронит вас же самого под собой. Владимир Владимирович, вы обладаете настолько незаурядным умом, огромными амбициями. Вы с правильной политикой могли бы повести за собой миллионы настоящих патриотов, умных людей, образованных, людей чистых, честных, которые смогли бы из России сделать самую лучшую страну в мире. Что вы делаете вместо этого? Вместо этого вы заручились поддержкой тетушек, фашистов, гопников, злобных интернет-троллей. Вам это нужно, Владимир Владимирович? Я обращаюсь к вам с просьбой. Пожалуйста, перестаньте врать. Пожалуйста, дайте возможность украинцам и русским вновь стать братскими народами. Пожалуйста, Владимир Владимирович. И напоследок обращение португальских студентов. Будем с тобой!